Стриминговый сервис Яндекс.Музыка подвел итоги года и объявил самых популярных исполнителей, песни и альбомы 2019 года. Лидером прослушиваний стала композиция Юлии Зиверт «Life». Ее же назвали певицей года. Главным конкурентом за любовь слушателей стал Тима Белорусских, певец года по версии Яндекс.Музыки. В топе 2019 расположились его три песни «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы», а альбом назван лучшим. Самым популярным зарубежным альбомом стал «When We All Fall Asleep, Where Do We Go» 17-летней певицы Билли Айлиш. Его прослушали более 8 миллионов пользователей сервиса. Как отмечают в пресс-службе Яндекс.Музыки, в 2019-м россияне истосковались по лирике и свежему звучанию. Видимо, именно поэтому молодые артисты заняли ведущие строчки хит-парада. А какая песня уходящего года запомнилась вам?